Танцующий Чебурашка и ящик апельсинов. На Кировке начали считать дни до Всемирного фестиваля молодежи. Масштабное событие состоится в марте 2024 года. Но организаторы уже запустили обратный отчет и подготовили танцевальный флешмоб. Показываем молодежи о том, что фестиваль уже сейчас начинает набирать обороты. Осталось 100 дней, кажется, что это много, но на самом деле все города уже готовятся, и мы запускаем обратный отчет. Прохожие могли согреться в объятиях и сделать фото на память с маскотом фестиваля Чебурашкой. К челябинцам он прибыл с целым ящиком апельсинов. Помимо танцев и прочих активностей, сегодня здесь можно было также получить заряд витаминов. Каждый желающий мог выиграть целый ящик апельсинов. Мы тоже решили испытать удачу. Надеюсь, получится. В предстоящем фестивале примут участие 10 тысяч молодых россиян и столько же иностранцев. Танцорами флешмоба стали студенты челябинских вузов, волонтеры, бойцы студенческих отрядов и будущие участники. Я подала заявку в этом году, если пройдет, то будет мой первый всемирный фестиваль. Там будут образовательные блоки, а также возможность познакомиться с новыми людьми из разных стран. Это событие объединяет народы. Народ не только России, но и народы всего мира. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта в Краснодарском крае на федеральной территории Сириус. Желающие еще могут подать заявку на участие. Она принимается на сайте фестиваля до 1 декабря.